три только болта. Ага. Больше я не нашла. А сбоку? Сбоку я уже открутила. Маша! Что? Иди сюда, мне твоя помощь нужна. Вот здесь вот иди держи, вот так вот. Вставай на койку, вставай. По бокам вот по этим, по твердым вставай, одну ногу тут, другой там. И вот так вот держи, прям вот так вот сильно. Так, держи. Эта штука не попала. Мы и без папы справимся. Да. Давай покажем. А вот еще потом на почту. Шуруповерт, видимо, слабеет. Уже хреново-хреново закручивает. Так, машинка, иди. Да, иди еще третий. Вот она третья. Васька. Видишь, уже вообще фигово крутит. Васька. Тут Васька. Так. Васька. Подожди. Теперь, Ваня, подожди. Ваня, подожди. Так, а вот как вот это вот мне теперь засобачить? Мама, тут грустный смайлик. Ну-ну-ну. Грустный-грустный смайлик. И Васька мой. И Васька наша. Ваня, уйди отсюда. Маша, дай еще шурупик, пожалуйста. Нет, не надо. Вон там на полке маленький черненький шурупик. Еще там есть такой же, нет? А есть. Сейчас, подожди. Упала. Ваня, уйди, не мешайся мне. Нет, вон. Все, молодец. Сейчас лесенку тебе приделаем и все. Все. Покаю. Не лезь. Знаю. Она не мешает мне, Вань, совершенно. А как ее теперь сюда вбить? Она не вбивается. Владик, она не вбивается. Ни тут, ни там. Они не залазят. Ну, с этой стороны ее заделай. Вот. Эту сюда, а ту оттуда. А, ну давай так сейчас. Ваня, уйди, пожалуйста, отсюда. Ты мешаешься. Покупаю. На койку поднимать.
дырки. А тут дырки далеко получаются. Владик, а тут дырки далеко получаются. Слышь? Василиса, уйди. Короче, сейчас простыми болтами закручу и все. Василиса, чего? Новая лестница, да? Маш, тебе так удобно будет залазить? Если не впритык туда и делать. А? Ребята, у нас Катя пришла со школы и хочет распаковать елку, пока Маша идет, чтобы елку распаковали, а потом дальше они будут все вместе наряжать. И вот, Катя, у нас там кошка, вы извините, она гуляет. Сейчас мадам просто ей очень надо принца. Но принца на белом коне нету. И сегодня будет, поправь платье, наряжать они елку. Оксана будет наряжать, Марина, Ваня. Сейчас, подожди, она откроет ее, просто посмотрим. Таня, та вообще елка у нас пришла. Завтра гирлянды еще заберем. То, что сегодня... Ваня, подожди секунду. Иди туда в комнату, Ваня. Посмотрим, что у нас. То не то пришло, а то переживаем. Вдруг не та елка пришла еще. Обрезай. Потому что иначе оно не отклеится. Катя шорты уже переодела. Только со школы пришла и с Рамом. Давай елку откроем. Маша уехала за Марининым кульком. И плюс на почту еще пошла. С другой стороны теперь... Осторожно, хрупкое написано. Посмотрим, что там у нас пришло. Еще тарелка должна прийти помимо елки. Давайте посмотрим. Так, да, вот она тарелка. Подожди, я покажу. Вот такая вот штукенция. Сейчас мы с вами посмотрим, как она там. Давай, убирай. О, какая бумага. Такая интересная она. Смотрите, какая бумага. И вот здесь вот, да, небольшая елочка, вон там вот штучки от нее, и вот такая вот эта гирлянда еще на потолок будет. Все, елочка небольшая. Да, их три вставляется, вставляй. Расправлять ее надо, тут вот всю ее расправлять надо. Сейчас у меня девочки ее расправят, и мы вам покажем. Так, ребята, распаковала. Ну, тут рисунок, конечно, не совпадает, но наоборот классно, тут новогодний рисунок. Сейчас я ее распакую. А девочки тем временем расправляют елочку. И Василиска сидит у нас. Это я заказывала, ну, чтобы что-нибудь, канапешки дети хотят на Новый год сделать. Если что-то будем делать, то чтобы поставить. Тут три такие блюдечка будут. Красивые. Смотрите, какие красивые новогодние. И вот нижние. И вот к нему вот эти вот штучки. Сейчас я соединю и покажу, что у меня получится. Дети счастливые. Ну да, елочка небольшая, но тем не менее хоть какая-то. Вот, ребята, что, Катенька, держи. Вот что у меня получилось. Такая вот тарелочка. Тебе нравится? Вот сюда будете канапешки ставить, всякие пироженьки или что-нибудь такие из колбасок же будет делать. И вот такая. А что, верхушка-то где у нее? А, это верхушка, что ли? Да, это верхушка. Вот это вот так вот выпрямляется. Ты чего, Катя? Ну, такая небольшая елочка в целом. Ну, пойдет. Да, Мариночки принесли кулек. Но сейчас мы на стол переберемся и там покажем вам.